кассетку молчал, мы бы ее вытащили. Вытащили. Всю семью положил, вытащил. А ты гуманист? Или испугался, что кассеткой воспользуемся? А может быть, что-нибудь и ляпнул про нас? Ты слушай, тоже давай. Не дави. Там милиция крутится. Они просто так крутиться не станут. Может, что-то вы не так сделали? Может, что-то нечисто? Все чисто. Не беспокойся. А исполнителей мы ликвидировали. Ты лучше про кассетку думай. Если менты до тебя доберутся, ты труп политический. А меня попытаешься сдать. Просто труп. Рядом львеночек лежит. Красивая. Очень добрый. Неужели? Да, и кстати, девчонки, у нас сегодня день рождения. Красивая. Мамочка, это мент. Аппаратуру в машину. Все, по коням. Синий джип типа Чероки. Слив на капоте, следы столкновения. Может, принять меры к розыску и задержанию. А почему бы и нет? Санитары леса. Сталин. Гуляй. Гуляй ко мне. Ну что, жива? Слава богу. Пристегивать нужно собачку, дамочка. Все-таки в городе живем. Боже, чуть не задавил, еще советы дает. Ага. Лена, придержи его. Сейчас иду. Сволочь, чуть собаку не задавил. Алло. Да, вашими молитвами, Юрий Александрович. Ну да, как договорились. Встречу отвезу домой и сразу к вам. Угу. А его-то зачем? Пусть отдыхает, сами справимся. Ну хорошо, хорошо. А где? Где? Ничего себе по пути. Есть. Здорово. Здорово. Ну ты, Георгиевич, даешь. Пристегнись. Слушай, а что случилось, а? Мухомор толком ничего не объяснил. И вообще, вся личная жизнь к черту.
Наш мухомор как любящая мать. Хочет, чтобы дети были всегда рядом. Сейчас заедем на вокзал, заберем... Алло. Да, взял, взял. Вон рядом сидит, сопит. Что? Толян, запоминай. Гатчинская, 22, 18. Едем. Еще два трупа. Почему два? Потому что один уже был. Убили ночью. Ты козел! Я сейчас, Юрич. А что самое главное? Собака с ним была. Такая большая, сторожевая, черный терьер. А хозяина защитить не могла. Здорово. Здорово. Сообщали же, что два. Часа назад их видел живыми. И женщину, и собаку. Да и этого тоже. Так, а кто сообщил? Соседка из магазина возвращалась. Mm-hmm. А по дороге кого-нибудь встретил? Да нет, говорит. Сейчас время-то какое-то мертвое. Все же на работу разошлись. Школьники тоже. Одни только пенсионеры. Имя мертвое. Толян, пока наши не подъехали, организуй понятых. Да, соседку поспрашивай, мало ли что. К соседке лучше не ходи, ей плохо. Там муж. Иди. Я эту собаку чуть не задавил полчаса назад. Судьба. Погибла, защищая хозяев, можно сказать, на боевом посту. Это я ее. Не понял. Застрелил. Кого? Собаку. Кого-кого. Она же меня не подпускала. А что мне было делать? Бывает. Ну ладно. У тебя часы точные? Да. Сколько? 10:40. Черт. Что там? Жену не встретил. Почему так происходит? Лежат два трупа. Объединяться в случае.
Ну я же не специально, ну, Юль. Ты пропал, ну, объясни мне. Ну, я уже не могу больше. Понимаешь, что? Тоже переходят всякие. Да я же. Я стою на этой. Послушайте, пожалуйста. Я за сигарет. Мало того, что у меня чуть-чуть. Вот этот волосатый. Я завел. Ты ногами стою. Нужно было хоть что-нибудь придумать. Скажи мне. Ну хоть как-то сообщить. Я же жду, ты понимаешь? Я же. Ты как меня учил? Ты сказал, что едешь. Я стою как стул. Борис отойди. Ты же даже позвонить боюсь. Ну а вдруг ты прибежишь? Меня нет. Потом мы будем по этому вокзалу бегать. Мы же потеряемся, ты понимаешь, нет? С этими сумками. Полными. Я не знаю, твоя мама нагрузила меня как верблюда. Ну, Олежечка же встретит, конечно, а? И что, Олежечки след простыл. Года рождения. Бизнесмен разведен. С бывшей женой встречается, совсем не встречается. В Питере родственников нет. Соседи говорят, что он с ними практически не общался и вообще был малосимпатичный человек. А вот собак он совершенно обожал и не расставался. Собака у него элитная. Так, Грей. Элитная собака. Вот, смотри. Угу. А на убийцу не среагировала. Так. Заключение экспертизы готово? Да. Только что, жив? В коме. Нашли только утром. Еще полчаса был бы труп. Если бы собаки умели говорить. Слушай, Георгиевич, ларечники у метро говорили. Был похожий случай с такой же собакой. Я толком ничего не понял. Все со слов. Очевидца не было. Я попросил мужиков, обещали прислать. И вот еще что. Федя. Наш район. Может пробить старый адрес. Вот и займите. Иди сюда. Молодец, молодец. Да, серьезный собачка. Хотите собачку взять, а? Ротвейлер, он и в Африке ротвейлер. Недорого. Ну и сколько такая прелесть стоит? Ну, примерно 1000 зеленых. Я подумаю. Договоримся. Подумайте, подумайте. Геббельс, ко мне. Какой он к черту Геббельс? Геббельс. Скорее он на Геринга похож. На Геринга, говорите. Скажите, Петр Сергеевич, при каких условиях такая собака, как Геббельс, не может защитить хозяина? Только если она умерла. Ну, это понятно. А еще? Ну, не знаю. Очень уж нужно удивить собаку или напугать. Ну, ладно. Бог с ним, с ротвейлером. Скажите, а вот... Да. Вот такая собака. Свидетельство наше. Русский черный терьер Грей.
Помню. Три года назад ее у нас приобрели. Да нет, отличная собака. Не могла дать осечки. За это я ручаюсь. Дала. Собака Сталин? Собака Сталин? Да. Так ее на Западе называют. Нигде нет у нас. А почему Сталина? Сталин не любил собак, это точно. Но лагеря-то охранять нужно было. Ну вот, он и дал указание. Изобрести собачку. И чтобы бесстрашная и злая. В общем, хоть под там. Чтобы ни мороза не боялась, ни холода, ни жары. Ну вот, изобрели. 20 лет. Собака, автомат Калашникова. Не сработал Калашников, Петр Сергеевич. Осечка. Убит хозяин собаки. Так что делайте выводы. Ну ладно. Если будут какие-то соображения, звоните. Спасибо. До свидания. Ну, счастливо. Я бы с удовольствием. Так я могу это сделать? Можете. Дарите. Дарю. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Знаешь, секретарша говорит, что выбился. Как 100 китайцев, которых без риса оставили. А то что получается? Грохнули, а он хоть бы хны. И те двоих на Гатчинской. Ну, положим, выстрела испугался. Ну и что? Может быть. Ну что? Насчет щеночка. Не надумали? Нет еще. Ну, надумайте. Приходите, сделаем скидку. Спасибо. Грей, Гебель, скрички какие-то. Прям вот раньше. Ко мне Мухтар. Топлая. Вот какая Ельцина. Простите, а вы в волейбол не играли? Нет, в футбол. Анатолий Сергеевич, а это Олег Георгиевич. Прошу любить и жаловать. Проходите, раздевайтесь. Проходите. Ну, что ж, не раздевайтесь-то. Я же вам предложил. Да ладно, я так. Ну, представьтесь, пожалуйста. У вас паспорт с собой имеется? Нет. Я и не знал. Мне ребята сказали, и я сразу... Борейко Александр Адамович, 65-го года рождения, украинец. Любитель подлетного лова. Простите, не понял. Ну, костюм ваш. Вы же на рыбалку собрались. А это рабочая одежда. Я пирожки продаю в метро. Мама печет, жена помогает, а я продаю. Как у Неграсова, помните? Мужичок с ноготок. Я подлетный лов. Мы в киоске отмечали. Ну, конечно, хорошо отмечали. Выпили по одной, потом еще, потом еще. А что пили-то? Водку пили. С пивом. Короче, поздно уже было. Я через парк иду, и вдруг захотелось. Ну, сами понимаете, да? Ну, я закус. А там он. Кто? Ну, мужик этот с собакой. Ну, дальше. Он собаку
гладит и говорит: хороший, хороший. А потом: зять. Да, зять. А как кличка? Чья? Ну не ваша же. Собаки, естественно. Он же как-то ее называл? Не помню. Звал? Ну, я сейчас не помню. А какая порода? Ну, я не знаю, такая большая, черная, с бородой. Такая? Да вроде да. Ну, короче, собака как сиганет, а там девушка шла. Какая девушка? Какая? Обычная девушка, кожаные куртки. Откуда вы взяли, что в кожаной? Вы же сами сказали, что там темно было. Так девушка из-под фонаря. На секунду вышла. А собака на нее и прыгнула. Девушка упала. А этот мужик и подзывает собаку к себе. Говорит: молодец, молодец. Ну, я вышел из кустов. Говорю: что ж ты делаешь? А он говорит: я и заметил. Дальше говорит: ах ты, я, что ж ты? Ну, хана тебе. А тут еще и собака пасть разила. Зубище того. Ну, я и побежал. А как он выглядел? Вы бы могли его узнать? Темно же было. Ну, тучный такой. И с лицом что-то... что-то... Не этот ли? Он. Вспомнил. Он. Точно. Подождите, а вы не ошибаетесь? Да нет, точно. Он. Я думал, забыл. Хорошо, спасибо, Александр Адамович. Спасибо. Распишитесь и можете быть свободны. Вот здесь, здесь. Толян, у тебя проживать ничего нет? Нет. Ой, ребят, у меня же пирожки. Вам какие? С картошкой или с капустой? С картошкой и с капустой. Пирожки. С капустой. А у тебя? С картошкой. Вас? За что? Георгиевич, со мной пошел? Давай. Тем более, что ты сегодня выходной. Естественно. Пока. Алло. 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 Кто это? Алло. Андрей. Господи, куда ты пропал? Я сегодня не приду. Ну, появилась новая тема по Феде. Мне надо кое-что выяснить. Завтра все объясню. Целую, Ларин. Очень я люблю своего начальника. Хорошо. Все, пока, целую. Кто сегодня? Волков.
о краже уехал. Какая кража? Почему он не стоит? Ну, на 7-м участке квартиру обчистили. Там телевизор, видимо, и забыл. На краже, Андрей Петрович. И еще одно убийство. Такой-то идиот жену убил, сам подходил. Надо идти. Вот их квартира, пятая. Где труп жены? Труп жены где? Ага. Какой жены? Твоей. Ага. Ну? Дышать нечем. Вот. Живо-здорово. Да, это его жена, товарищ майор. Нажралась и ничего не помнит. Спасибо. Ты, Настя, сука, что ты сделаешь? Рая! 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 Береги себя, Рая! Отпусти ее! Боже мой! Отпустите! Рая! Вы из какой квартиры? За детьми не присмотрите? Конечно, конечно, не волнуйтесь. Они... Спасибо. Они так практически у нас. Понятно. Товарищ, господин милиционер, я прошу вас, держите их как можно дольше. Хорошо, это невозможно. Они постоянно вернусь, уроем было! Рая! Если вам нужны будут мои показания, можете рассчитывать на меня. Мальчик. Мальчик, моя фамилия, легко запомнить. Кино. А Раечка на кого-то меня покинула. Ты сейчас давай. Свои будет, что ли? У тебя дело есть? Да, найдем. Камеру семейную. И вот все получается. Когда это все началось? Я помню, были собаки. Они в таком же количестве. У охотников там упало 6 старушек. А тут все друг друга боятся. Железные двери, занавесы, собаки эти. А тут еще мода. Престиж твой. Мерседес, а там обязательно штангенциркуль. Какой штангенциркуль? Какой? Черный с бородой. Рейзеншнауцер, что ли? Вот-вот. Шнауцер от самого. Я сейчас иду по улице. Собак больше, чем людей. Какой-то собачий город. Шаг в загнали на почту. Взяли. Ну, это уже... Заканчивается. Собачьей ерундой у нас 2,5 трупа. А где все? Кто? Ларин, например. Ларин занимается Фетиным. По старому месту жительства. Говорят, там на него что-то есть. Пусть активизирует свои действия. Вот это не так. Смотрите, что они. Вон. Что? Снова?
Я слышал. Не при подчиненных. Для настоящего милиционера не должно быть никак. Обязательно как. Иди работай. А что это такое? Тимпан. Я тебя по-русски спрашиваю, что это такое? Подвесные потолки. Подвесные потолки? А что ж ты в коридоре складываешь? Да милиция. А что, в милиции не люди работают? Ну вот я пришел в 10-е отделение. Держи. Спасибо. И узнаю вот что. Год назад было нападение собаки на девочку. Девочка-школьница, 14 лет. Скончалась от многочисленных укусов. Возбуждено уголовное дело. И один из подозреваемых по этому делу... Господин Фетин. Толя, за что я тебя ценю, это за догадливость. Но у господина Фетина железное алиби. Естественно. Сейчас ни время и ни место обсуждать его металлические характеристики. Важно не то. Несколько месяцев назад он продал свою квартиру в том районе и переехал в наш. Это... Купил квартиру в нашем. Подожди, что я не очень пойму. Толя, не разочаровывай меня. Ну... Слушай дальше. А еще через несколько месяцев отец девочки, потерпевший, тоже продает свою двухкомнатную и переезжает опять же к нам. Куда? Ну, давай не пили, ну. Ну, здорово. Переезжает он. Ты где-то пропадал. Сейчас все расскажу. Послушай. Переезжает он в тот же самый дом, что Фетин, только в соседний подъезд. И заметь, он меняет свою двухкомнатную, продает за бесценок и переезжает в однокомнатную, явно переплатив. Адрес. Звони. Ну что, поднимемся? Сами справятся. Мамонов Владимир Николаевич. Да, Мамонов. Вы из милиции? Из милиции. Это хорошо. Я думал... Ничего я не думал. Хотел сам. Дочь? Дочь. А где оружие? Какое оружие? Топор. На кухне. Духовки. Далее сажай. Да он когда... Собаку купил, сам озверел. Раньше ходил, вежливо, здоровался. А тут не узнать. Спасибо. Дочка все время жаловалась, что собаку наускивает. Правда, в наморнике. У них там место у гаража было. Ну, где они часто с ребятами сидели, знаете. Как у молодежи. Дается незаметно. И этой собаке. Сам а поговорим про. Добро. Разговаривал. Да что толку? У него на все один ответ. Ваша дочь все придумала.
машину перебрал. Вот. Идем. Ну, в общем, Ленка как-то прибегает и говорит. Федин говорит, их мне лавочку сломал. Место под площадку, машину оборудовал. Ну, она возьми, напиши, напиши.